Ну чё, раз всем здорово. Продолжаем игру. Так что лайки, подписки, стримы, сами знаете, будут, но очень редко. Так что, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ролик или стрим. Ну и, ребята, я... когда уже будем на месте, я тогда уже включу записи, потому что смысл настолько, ребята, много рыбы, что пришлось аж это с насидом оставить. И идти в порт ближайший сюда, то бишь тут не так далеко от наших снастей. Вот они, буквально тут с километра. Еще думаю, обратно поставлю метку. Вот так и... Ну ладно, еще одну поставим, так вот, короче. Тут где-то метр, вот. Придется обратно возвращаться. Чувак там потрошит ее, так что ужас. Надеюсь, потрошенная пойдет хорошо. Так, давайте ему свет включим, чтобы, по-моему, там темно было. Ну, пусть еще минутки три попотрошит, пока к причалу идем. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал обязательно, да? Уф, и сейчас мы тогда, да, сейчас я в ускоренном времени туда трыкнусь, то сюда иду так, а туда уже на автопилоте с ускоренным, чтобы быстрее дойти. То есть даже 8 много, ребята. То есть я думаю, я на буду 4 только забрасывать, что в принципе... Отдыхай, дружище. Чуть меньше половины нас нафаршировало. Так что, ребята, лайки, подписки. Рыбу продаем. Ну, в принципе, неплохо. Потрошенная и свежая, так что в принципе нормально, думаю. 200 тысяч, хорошо, чинимся. То есть заправка и чинка. Все, ребята, ладно, я завожусь. Увидимся уже снова в порту. Ну, когда будем подходить к порту, увидимся, ребят, с вами. Давайте. Ладно, ребят, на этом будем потихонечку ролик заканчивать. Вообще маленький ролик. Два раза словили рыбу. Эту серию вы увидите уже завтра.
Сейчас это, подожди секундочку. Ну чё, потихонечку подходим к порту. Так что, ребята, с вас лайк, подписка. С меня стрим чанский. Нифига он как быстро перефаршировал. Килограмм потрошенной, 10 килограмм непотрошенной рыбы. Смотри, как легко можно быстро дойти. Все. Все, быстро дошли. Так что, ребята, лайки, подписка, комментарии. А с меня стримы, ребята, если я планирую реальную трансляцию, то вы заходите, пишите комментарии, не стесняйтесь. Смотрите, ребята, если я планирую вечером трансляцию, да, а у меня выходной, к примеру, то она будет обязательно днем. Просто я делаю все запас, чтобы можно было успеть какими-то домашними делами позаниматься, что ли. Все, успокойся. Ух, ничего себе. Ну, на свете немножко потрошенная есть. Кишечная. Ожая. Количество. Такая пань кишечная. Кишечно-очная. Это просто лайк. Так что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас 300 баксов. Хорошо. Запроходят частично. Так, заправка, ремонт, на чем у нас оснастка, снаряжение, уф, приманка, оснастить ярусы. Короче, думаю, пока только 4 оснастим. И все, не будем больше оснастки пока делать. Посмотрим, как в этот раз у нас будет, ребята, просто реально. Давай сейчас еще день сделаем. 12 часов дня. Чтобы с вами попрощаться. Так что, ребят, ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь на канал. Ну что, ребята, всем удачи, до новых встреч. Блин, у нас так-то потихонечку денежки-то тикают, копают, накапливаем потихонечку деньги-то. Так что вот так вот, ребята. До новых встреч. Всем.